Всем привет и хорошего настроения. Снова мы в гостях у Германа. Сегодня он покажет очередное пополнение своей коллекции. Замечательный, переносной, я бы даже сказал, катушечный магнитофон. Как он называется? Он называется Соната 304. Передаю слово Герману. Вот. Это очень интересный магнитофон. Мы потом быстренько открутим крышечку и покажем, что там внутри в нем делается. Да? Я давно хотел такой собрать. Угу. У меня есть такой еще один такой, ну, называется Чайка, ну, примерно того же. Завод, наверное, изготовит один и тот же, да? Это завод... Великолукский, насколько да, я знаю. А у меня был такой один, но я продал, у меня прямо на нем было написано Великолукский, Великие Луки. Прямо. Великие Луки. Это военный завод. Радиозавод. Да, военный радиозавод, это вот, и все, что оставалось, вот, грубо говоря, это отходы от этого радиозавода, все вот делалось для магнитофона. Чем он замечательный, этот магнитофон. Он настолько сделан удачно, получился, что вот заправить пленку, например, в него очень удобно. Потому что в остальные магнитофоны, вот сколько у меня их было, да, это немножечко нужно было снимать обязательно вот эти крышечки. Крышечки, ну лентопротяжный тракт, мало да, доступен, да? Да, а здесь нет, здесь этого нет, они намертво здесь. Но берешь пленочку просто здесь, раз, угу. И она с первого раза попадает, потому что там стоят направляющие специальные. Угу. Даже по пьянке можно спокойно туда их воткнуть, и совершенно все спокойно все. На любой гулянке, на любом фестивале, да, да, можно не заморачиваться. Здесь стоит амортизатор, вот он. Сбоку стоит, вот он. Не вижу. Вот он амортизатор. А, вот вижу, вот эта вот стоечка, да? Вот мы потом вскроем. Это типа преднатяжителя, да, которые ставились на магнитофоны, да, уже да, более высокого, я бы сказал, класса. Это-то у нас третий, да? Соната 304. Сколько еще дорожечек? Четырехдорожечный. А сколько скоростей? А он односкоростной. Односкоростной девятая, да? Перемотается он. Мотать. То есть органы управления. Вот эти две рукоятки, да? На краю края земли. Такая пауза у него была. Не электронная, а механическая. Да и небо ясное. Как бы вроде как записи маленькие. А запись у него была вот на горе стояло здание ужасное. А запись у него была вот здесь. О, так сразу не найдешь, да? Да. Все сверкает так. И вот все дорожки переключаешь. Жаль, она да, старалась как могла. Всю ночь ковры в садах ткала. А Ромка этого уже не видит. Мы вышли на последний круг. Сейчас я буквально вас на секундочку. Свою игру, и смерть на нас сегодня не в обиде, и слезы льются по щекам, и очень больно старикам смотреть на солнце яркий свет в багряной требе. Высох и увял, и стал по-своему несчастным старикашкою, но зверь его к царице не пускал. Перемотка влево, перемотка вправо, то есть по ходу движения пленки. Да. Так, это что? А это, видимо, запись. Включать мы ее не будем. А запись она была такая. Вот эти две. А, да. Одновременно две вместе будет запись. А да, воспроизведение да, у нас вот так, да? Да. Но зверь его к царице не пускал. Ты пропусти меня, чего там? Я ж от страсти трепещу. Хоть снимай меня с работы, ни за что не пропущу. Головки, рукоятки фиксируются винтиками. Да? Так просто не снимешь. Да, там так просто ничего не снимешь. А-а-а. Все так просто было, все очень так. Ну, это по-военному. Они такие массивные, я вижу, ты головочки, да, такие. Человека можно убить, если кинуть с третьего этажа. Вот они, да. Ну, на самом деле, такие. Из цельно точенного алюминия. Ну, да. Рукоятки, да. И то же самое. Они немножко разные, потому что, вот вы обратите внимание, они чуть-чуть все... Отличаются? Чуть-чуть, да, немножко. Это фабричная задумка? Нет, это моя задумка. Это твоя задумка? А по фабричному должны были быть одинаковые, да? Да, мне не хватало просто ручек, а я поставил. Ну, вон оно что. Ну, ладно, так-то с виду вроде как бы в диссонанс не входит, да? А какого года примерно выпуска эта машина? Это? Да. Это легендарный аппарат. Да, это мы уже поняли. Для широкого такого потребления он не очень хорош был. Почему? Потому что у него есть одни очень, как вам сказать, недостатки. Недостатки довольно-таки большие. Например? А вот я сейчас разберу и покажу, почему же за недостатки там в нем есть.
Вроде бы все хорошо, вроде бы все прекрасно. Ну, мне понравилось, он поет так хорошо, ровненько играет, ровненько, не тянет, не волочет, да. И частотный диапазон такой вполне неплохой, даже на своей родной динамике, да? Когда я его скрыл и посмотрел, я просто понял, что в нем ничего нету. У него ничего нету, все просто. Нету. Он транзисторный же, да? Он на одном транзисторе, да. На одном транзисторе усилитель мощности, наверное, пешка 213, но на одном вряд ли. Я думаю, там пара стоит все-таки из транзюков. Не может быть, чтобы на одном транзисторе был усилок. Он такой вот, и все, больше там в нем ничего нету. Сколько динамиков? Два, как положено. Ну, кричит-то он довольно, да. Вот. Довольно неплохо, насколько я понимаю, в медицине. Вот. Так, крышечку мы сняли. И показывай, рассказывай, что мы тут интересно должны наблюдать. Интересно. Опаньки. Прежде всего, да. Вот это, что вы думаете такое, да? Вот это. Это совершенно не резиновый пасик, господа. Пасик только не резиновый. Он выполнен из какого-то капрона, насколько я понимаю, да? Да. И натягивается он посредством вот этого ролика натяжителя. Да. Аналогично, то есть, все остальные пасеки. Вот сейчас, а вот смотрите, почему... Чем это хорошо? Можно на секунду превью? Хорошо это тем, что они никогда не растянутся, правильно? Нет. То есть, всегда, если этот пасек даже перестает быть, как бы, ну, и становится длинней, то благодаря вот этим вот натяжителям, да, и вот даже вот эта стоечка, которую мы сейчас трогаем пальчиком, она напрямую связана с роликом натяжителем вот этим. Ой, как хорошо все работает, мягонько, да? То есть никакой резины. Он, конечно, гораздо более стойкий, чем резиновый. Вот, менее проскальзывающий. А вот смотрите, как здесь сделана вот эта вот подмоточка. Ну, подмоточка. Перемотка. Перемотка. Что происходит? Он прямо к мотору. К мотору прижимается, да? То есть обратная перемотка идет, узел, значит, подающий прижимается к мотору и мотается, да. А перемотка вперед через пасик, да? Через пасик. И в зависимости от рыхлости пленки, да, вот происходит натяжение. То есть рулон всегда... Ты имеешь в виду вот этот один его транзистор? Да. Я думаю, что это транзистор от генератора стирания подмагничения. Транзистор усилка, наверное, там. Может быть, что-то. Дальше, ребят. А вот это вот красивое колечко с цифирью, это и есть регулятор уровня записи, да? Уровня записи, да. Замечательно. Германиевые транзисторы, господи, в железном корпусе, да. Самые оптимальные для звука. Мы ставим пленку, вот смотрите. Хочешь так прям поставить? Почему, да. Почему у него никогда не будет, так сказать, ну, то есть не растягивание, видите, этот ролик, он... Вот этот ролик, он тоже делает преднатяжение, да, пружинка для пасеков. А, есть пружинка, там все калибровано. Но есть маленький минус. Так а в чем же минус, я так и не понял. Односкоростной. Ну, бог с ним, у нас было масса односкоростных магнитофонов. Взять даже, как бы, что там у нас было односкоростные. Астры были, кометы, что-то. Ну, не все, извини. 209-я, это уже две скорости. 110-я, 111-я. Ну, это уже другое. А ОМОН они были... Потом чайки, потом огромное количество, потом еще... Вот чайки все на девятке. Она была примерно такая же, то есть она была скоростная, но почему? Один завод, только здесь кое-какие внесенные изменения. Почему? Потому что не перекинут эту ленту. А, да, да. Видите, то есть ролика промежуточные они делать не стали, да, шумящий, который у Астра есть. Угу. Вот, а здесь именно вот, да, ну вот эта лента, смотрите, как она очень интересно работает. Дело в том, что, вот смотрите, она стоит на месте, да, и она не греется. А, сейчас движок вертится, да? Да? А лента, она сейчас не натянута, и она не перегревается, и ничего не делается. Происходит. Потом берем, включаем воспроизведение. Давай посмотрим. Так. И дело в том, что она... тут, обратите внимание, нету второго подкассетника, как такового вообще. А, то есть она состоит из одной из части. Одной. То есть снизу, нижней части у нее не существует. То есть приемный узел такой монолитный, да? Да. И она крутится... Никакого фрикциона нету, крутится ничего. Только вся натяжка, преднатяжка благодаря проскальзыванию вот этого пасека, да? И она трется ему за счет движка. То есть если ты поставил на паузе, она не протрется. То есть натяг сразу ослаб, да? То есть она у нас все, не натянута стала. Да, и все. Вот, и подмотка прекратилась. Стоит убрать паузу. Никаких электромагнитов, да, ничего. Лесная глыдьба. А вот смотрите, как здесь сделан пауза. Вот она очень просто. Вот. Ну да, механика. Просто голимая механика. Двух молоденьких сагубили. Белые звездочки во лбу, облака коней табу. Прекрасный частотный диапазон на девятой скорости еще даже. Еще какой у него там очень большой минус, огромный. Да. Вот видите, смотрите, стоит направляющие вот эти две. Направляющие, которые отодвигают пленку. Нет, да. Которые пленочку... Придвигают. Да, то есть ни на одних магнитофонов я такого больше не видел. А потому что ее кидаешь так просто, тихо, она туда... И она по ним сползает. А обычно, если нет, начинается вот это вот. Вот. Вот смотрите у него. У него... стоит, в принципе, такая же система, там стоит фетр под ней.
Вот здесь у нас двойная, да, получается? Нет. Ну да, в принципе, двойная. В принципе, это двойная. Этот узел двойной получается, из двух слоев. Один фетр. И там нету вот этого вот, как у всех магнитофонов, немножечко... прижима. Ну, очень тяжелая система, то есть как бы легкая система сделана. И вот за этого... И он начинает такой ощущение, как будто бы так волнами играть. То есть детонации здесь такой не бывает, да? Не бывает. Хочешь сказать, что здесь мы детонации не увидим. То есть нам намного как бы продуманнее именно вот этот лентопротяжный механизм с преднатяжителями ремней. Это даже пайском назвать нельзя, это скорее именно вот ремень, да, потому что он такой. А как работает у него тормоз до сих пор? Ничего тут никто не делал, никто не. То есть вот тормоза они, тоже чистая механика. Лента видно отходы какого-то военного производства. То есть ну, это капрон, что-то такое, да? Настолько... Мне вот напоминает на ночь, не знаю, не то плащ Болонья, не то что-то вот в этом что-то. Да. Настолько надежно сделано. Сделано надежно. Ее хватает, по-моему, на вечном. В отличие от пасеков, они не порутся никогда. Обратите внимание, им уже 50 лет. А они все как новенькие. Сами ничего не делают. Все как новенькие. И вот там ты делаешь. Ну что ж, воздадим должное нашей военной промышленности, воздадим должное мастерству Германа, восстановившему этот аппарат. Обратите внимание, почему запись переместили сюда? Почему? Почему переместили? А почему переместили? А почему? А по дизайну, если бы запись, она была бы, вот считайте, столько, сюда еще столько. А, сюда бы не влезла еще одна эта самая. Да, да? Еще пришлось бы увеличить на столько. Зачем? А его взяли сюда. А так он получается достаточно компактным, с ручкой для переноски, да, вот такой, в общем-то. Ну, сюда переместили. Ну что ж, спасибо. Спасибо огромное Герману за интересный показанный нам экземпляр. На этом откланиваемся. Пока.